Всем привет, мои дорогие друзья мои. Мы с Сашкой, мама, идем на пикник. Вчера не попали. В принципе, сегодня же идем, да. Свадьбы, оказывается, не было. Мы с Сашкой перепутали число. Мы не посмотрели, что там 3 числа или 2. И ждали весь день. Сейчас идем к узлам. Соседи пригласили нас на пикник. Я, посмотрите, что нашла. Прямо само в глаза мне бросила и сказала, возьми меня. Не знаю, золотую или нет, посмотрим. Ашкеб мой, я сказала Ашкебу, почему ты черное одеваешь? Мои подписчицы сказали, что нужно одевать ярких тонов, но красная у него есть, сорочка была очень, я ее выбросила. Надо, говорю, новая. Да, Ашкеб? На пикник идем, пикник. Мангал идет здесь, мангал. А, на мангал идем, говорит. Вот такое кольцо блестит, сверкает. Сейчас будем смотреть, золотое или нет. Друзья мои, посмотрите, что я нашла после кольца. Кольцо на руке. Ключи от моей квартиры. Это хорошая примета. Мой Эндер смеется. Сейчас, говорит, деньги надо найти. Пора. Это балкалды. Посмотри, говорит, бен макмиру башкинки. Я не ищу, оно само в глаза смотрит мне. Мы, знаете, что идем, никого на улице нет, потому что сегодня же воскресенье, ограничения, мы как партизаны. Партизан гибе, ашкин белёрсу не партизану. Партизан. Ашкин сен маска, герек йок мы. Полис такого путомыч. Сен имя маску одевает. Полис не дёр, нерде калабалы курада. Гин, маска. Где переполненная, много людей, там полиция, говорит, одевай. Сейчас живешь. Так что столир, говорит, найди, умоляю, говорит. Посмотрите. Сейчас идем, и что-то надо фрукты купить. Хотя нас пригласили, но с пустыми руками мы не любим ходить, и нам неудобно. И я сказала Ашкему, давай лучше арбуз купим все-таки. Арбуз есть арбуз, правда? Правильно же я говорю? Там покупить, купить фрукты, возиться с этой черешней, вишней. Сейчас посмотрим и цены тоже. Какие здесь цены. Видите, людей не так много, но в магазины ходят люди. Я сегодня ничего не кушала, а меня аж трясет. Почему, не знаю, йогу сделала поздно. Такая черешня хорошая. 2,50. Не ашкетон. Карпуз биртали? Биртали. А, килограмм. Смотрите, написано. Бен, неден билиорум. Ну, возьми. Буалашка. Амасорсен, гиимы. Меня спрашивают, кого-то я знаю. Пошел, видите, значит, 4 лиры. Яблоки. Конечно, здесь дороже будет, а вот эта вот дыня хорошая. 2,50. Бананы 10 лир. Черешни 10 лир. Слива и виноград появился. Персики 8,5. О, вашингтоны, апельсины. Помидоры там, я смотрю, по 2 лиры. 7 лир. Фасолья. Как-то так. Черешня хорошая. Я тоже поела черешню со Ашкемом. Мода избир. Green Mutfak, зеленая кухня. Вот такой район это. Сейчас так пойдем и к нашей поликлинике. 100 раз я вам показывала. Эта поликлиника находится между нами и Озлем по одной дороге. Все, говорю, пикник, а пикник же делается на природе. А мы идем на мангал. Все-таки Эндер не может идти с пустыми руками, и зашли мы вот купить, что будет. Ее кашкин савук мясо хочет покупать.
посижу я. Друзья мои, я пришла к Узлемчику. Посмотрите, какой колобок у нас сидит, ее подружка, соседка. Узлемчик наша. Посмотрите, она мне приготовила кофе, потому что я падала в обморок. А ну-ка сейчас посмотрим. Да, вот мы купили мясо, она готовит. И вот она еще приготовила. Буны. А, это внутренности. Сердце, печень. Вот такой шашлык будет. Но она сказала, что женщины будут у нее в доме. Баян ларисис де от ураджаклар. Дейльме? Бурасыны. Экмек кач заман емеди. Biraz bazen var biliyorsun salata yapıyorum o aşkın böyle taze ekmek ben de biraz yiyorum ne kadar güzel ama bu bana yemek yeter kabak çok seviyorum kabaklı köfte yapıyorum sonra ne yiyorum çorba kabaklı çorba mercimek o beraber karışıyorum sonra ne Patates haşlıyorum böyle. Fırında da böyle sık sık yapıyorum. Tavukla beraber. Köfte tavukla yapıyorum. Etli yapıyorum. Çorba. Çok salata yiyorum. Ne zaman salata yiyorum yemek de istemiyorum. Patlıcan aynı de Sen gördün mü sen yedin bu patlıcan yaptın peynirle biraz. Aynı tabaklı yapıyorum. Dün ne? Ben gördüm de tadını bilmiyorum. Takip ediyorum ben senin beşi. Hmm. Ama şimdi tatlı gerçekten yapamıyorum. Çünkü o aşkıma holesterol yükseldi. Bana da o yüzden ben başladım rejim yapmak. Holesterol için. Sonra böyle udu. Yemiyoruz biz. Meyve tüketebilirsin. Meyve ben ne kadar yiyorum. O meyve sadece karpuz. Ben her gün ne bugün kiraz yedim. Az yiyeceğim, benim işleri yapacağım. Sonra yemek istiyorum, sonra aynı da. Şeftali, karpuz. İyi aynı geçiyor gün ama akşam yiyoruz beraber. Bir de havalar ısındı ya, insan bir şeyler yemek istemiyor sıcaktan. Evet, doğru diyorsun. Она спрашивает меня, как я, говорит, похудела, говорит, после родов хочет. Ага. Tamam aşkım, sen şimdi ne istiyorsun ya? Ya ben попросила. Ben Mm-hmm. 2 июля ей будет кесарево делать. Говорит, в салоне будет. А, видите, она как приготовила. Здесь приготовила. И здесь приготовила на балконе. И здесь у нее зазисен. Шимди даха гюзелюлду. Так она перестановку сделала. И говорит, не кадар сенин мутвак буюк улду. Ашки. Гениш, гениш. Вот так лучше у нее сделала. Да, танцуем уладжак бугюн данс истерум. Данс? Данс, япмак. Sen neden? Komşuları önceki yaptın dans. Senin kınandığın ne güzel oldu. Ya gör na moyu kınu сколько. Neden şimdi oynamıyorsunuz? Я говорю, раньше они столько танцевали, а сейчас она не хочет. А ну-ка, сейчас посмотрим, что наши мужики там делают. Смотри, пивка, пиво тоже сидят, пьют. А ну с той стороны. Как мне этот дом нравится. Закрыт балкон. Ну вот, смотрите. Вот эти соседки у нее сидят, пока не видят меня. Мой муж, там пиво. Хочу показать вам вот этот дом красивый. Может, потом Узлем откроет меня. Вот смотрите, продают. Вот вам увеличу. Смотрите, во! Так, вот еще. Кто-то спрашивал меня, интересовался. Киралык. Не знаю, мне этот дом нравится. Посмотрите.
выгляжу я сегодня. Сейчас буду пить кофе. Посмотрим, как тут соседи пикник устраивают. Bingo keratini sıvı deterjan çamaşırlarınızı yıpratmadan canlandırır. Giysileriniz her yıkamadan yeni gibi kalır. Nippel'den 20. yılı özel lipstick 15.90 ödüllü kapatıcı fondöten 22.50 ve Beorbil bitkisel maskara sadece 19.90. Сегодня у меня был очень интересный день. Я встала поздно. Но настолько был насыщенный, сама не понимаю, что происходит. Хоть сейчас расслаблюсь. Моя Ася приезжает скоро, маникюрщица, и скоро она мне сделает и маникюр, и педикюр. Волосы тоже пойду скоро сделаю. Так жарко вот мешает это, знаете, привыкла я к этой стрижке. Или надо поднять, отрастить, а собирать-то нечего. Будет висеть, ну ничего. Узлем говорит, что Киралык здесь 1700 аренда в этом доме, а дома 1 плюс 1 260 тысяч лир. Ама кючугу балкон, дейль мы орда? Хавуз вармы хавуз? А, нету этого бассейна. Нету игровой площадки для детей. Ну вот так вот продается. Узлем открыла балкон. А как партизан. Ничего не поняла, когда начнут жарить. Это вот комшу, Узлемен комшу. Она похожа на русскую, русская бизиньор. На русскую похожа. Я подумала сначала, что она русская. Бен не заман ир гюрдум, душу дум русла. Голубые глаза. Говорят, что я похудела. Кач кило белерсу за ифладым. Шинди эли до кус кило. Эли до кус. Эли до кус, бен. 59. Soğan salatamız hazır. Etin yanına en güzel gidecek şey soğan salatası. Maydanoz da koyduk içine, sumak, pul biber attık. İstersek nar eşkisi de atabiliriz. Bu soğanları suda ıslattığımız zaman, süzdüğümüz zaman acısı gidiyor. Mideyi şey yapmıyor yani, rahatsız etmiyor. Aa, on, короче, приготовили так, что для желудка никаких проблем не будет. Şefika Hanım'dan bu bana. Şefika тоже нам что-то приготовит. Вот сейчас начинаем. Ne zaman başlıyoruz? Ne zaman? Идут, идут, будут жарить. Видите, как чистенько все в моей заловушке. Вот так у нас прибавилось. Ждем, пока будет мангал. Такая лялька у нас. Брат, сестра. Sahil beklemiştim. Selam söyle. Selam. Единственный ребенок у нас здесь. Sen Юля ее маме кесарево сделает. Сюрпризом var diyordun ya, ne sürprizi, kardeşin mi olacak? Anlat Ender Dayı'na. Братик будет у нее. Ne zaman? Peki şeyi söyle o zaman. Sen seviyorsun kardeşini. Seviyor. Adı ne? Kardeşim. Adı ne? Beşirle Barnas. Beşirle Barnas. Beşirle Barnas. Olacak. Вроде бы начинают. Решили здесь на балконе. Что-то они такие медлительные. До 8 часов протянули. И то мы уже начали активничать. Все смотрят друг на друга, кто будет делать. Неорганизовано чуть-чуть у них это все. И решили сами здесь. И на балконе, а здесь. Кто говорит, что мой Ашкин ничего не может? Посмотрите, какой огонь умеет разжигать. Под Ашкин яп-яп. Я рамазлик, япма. Не хулиганьяшкин.
biraz kendine geldi yani. Bunu hiç ellemeyeceğiz, bu kendi kıvamında şey olacak. Yoksa kömürü çabuk bitirir. Перчик пожарили. Пока мы не взяли организацию в свои руки, никто не сдвинулся. Так идет подготовка. Сейчас положим все и будем жарить. Аşkım bazı tuz getiriyor. Ha? Yok ki patlasın. Вот и второй сосед пришел. Уже бояться деньги мне сейчас уже первая порция готова. Вкусняшка, шашлык. Yok. Verdiğine çalışıyor. Param var diyor. Olmayanlar düşüyorsun. Doğru. Doğru. İki gün sonra diyor. Eğer diyor. Вот этот высокий муж, это беременный муж. А тот другой, который я говорила, шеф на русскую похоже. У них нет детей, они сколько лет живут вместе для себя. Она где-то работает в школе, кажется, или в университете, не помню точно. Очень хорошо зарабатывает. Здесь кто работает и в университете, и в школе, очень хорошие зарплаты. Женщины сидят на балконе, а я здесь помогаю им, группа поддержки. Там что-то подтираю, вытираю, вот такая вот я. Своего мужа не бросаю. А тучанки, они так, все на мужей возлагают. И как королевушник. Вот наш Энис пришел. Энис 2 июля едет уже на работу. Сейчас Анзлем показала мне очень красивый отель, куда он едет. Говорит, что один день там 6500 стоит. Может, неправильно я поняла? Я говорю, это тысяч, да, говорит, 6500. Такой красота. Группа поддержки и контроль. Тут женская полоса. Это ее свекровь. Afiyet olsun kadın. Kızlar. Teyzeciğim sen. Afiyet olsun herkes. Teşekkür ederiz. Gel beraber olsun hadi gel. Geleceğim geleceğim. Bu şaşlıçki prinsli. Kuşbası. Как все вкусно. Я тащусь. Valla yiyin. Bir sürü var. Biri orada ya yedecek. Lucuk. Perçik. Aşağıda tadını çıkarıyor baba. Tadını çıkarıyor. Yemiyor kızım. Sana et verir mi? Et de miyasa. Et de verir mi sana? Ben tamam. Tamam. Etlerinden mi alıştın sen? Это такой кайф, стоило того ждать 9 часов. Попробуем руками все. Чемнан чеки. Güzel. Benim inşallah beni çekmez, ben biraz yanayım diyor. Yapması bir sürü zahmet, yemesi iki daha. Ama gerçekten kötü oldum, kendimi kötü hissedim. Soğuk soğuk terler döküyorum. Сейчас мы перешли на чай. Hello, Söyle. Selam, Söyle. Наелись, можно и чаёк попить. Энис гидьёр бизим Энис Анталеза. Ох! Десять часов, а мы сидим в гостях. Так поздно ещё не возвращались. Сейчас чаёк попьём. Домой. Детям что нужно? Телефоны. Большое спасибо всем за все. Мы уже собираемся уходить. Я, знаете, что сделала? Как разросся, да, красиво? Я все убрала, перемыла полы и швабры.
Потому что, знаете, когда женщины сидели, кушали, мужчины пришли, они не вставали даже. И я все помогала узлем, им накрывала и все делала. Так что посуду собрала, потом они каждый за собой тарелку собрали. Ну все, мы уходим уже. Чок-то-шек-уредерим. Все. Чок-чок-чок. Şu kolayı adam bir versin. Hadi tamam tamam. Hocama selamlar. Gençleri öpüyorum. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.